мы выступаем с требованием сегодня, на сегодняшний день, с требованием об отставке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И сегодняшняя акция, которая называется «Бессрочный одиночный пикет», это впервые в Российской Федерации в такой формулировке мы представляем общественно-публичное мероприятие как бессрочный одиночный пикет. Смысл заключается в следующем. Каждый день один из муниципальных депутатов Московской области будет пикетировать именно вот приемную президента Российской Федерации, потому что именно сюда, с ноября месяца, с момента, когда Андрей Юрьевич Воробьев объявил о тотальной ликвидации муниципальных районов и сельских городских поселений, мы развернули общественную деятельность, сопротивление этим явлениям, кощунственным явлениям по отношению к демократии, и провели серию различных общественно-политических мероприятий, которые регламентируются законом о собраниях, митингах, пикетах, шествиях, проведя все вышеперечисленные мероприятия, многочисленные, многократные. Последнее из них было, это 5000-й митинг в Зарайске. Для 23-тысячного Зарайска это самая крупная масштабная акция, если смотреть на душу населения. Сегодня у нас проходят выборы. Выборы – это наивысшая форма непосредственного управления народа государством. Высшая форма народовластия, высшая форма прямой демократии, непосредственно. И именно в это время еще три района объявлены под списание, под снос. Объявлены главы районов вышли с инициативами. И уже если ранее эти инициативы выдвигались как бы в кавычках от лица населения, то сегодня уже с этими инициативами вышли глава Можайского района, глава Солнечногорского района и глава Ногинского района. Причем в Солнечногорском районе публичные слушания проведены с вопиющим нарушением законодательства, они ничтожны по сути, мы оспариваем это в суде, потому что нет положения о публичных слушаниях, которые Совет депутатов не принял.